Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас, что у нас сегодня? У нас битва замков, все как обычно, роллинг. Ёпта, нравится роллинг? Лепи лайк. Кстати говоря, не забудь взять, долбануть колокольчик. Я вам сейчас вот показал, как это делать. Я сниму для вас отдельное видео, как нужно правильно долбить по колокольчику, чтобы все уведомления приходили. И подписаться не забудь. Княжеский лайк. Оу, все дела. Ладно, усаживайся. Так, я уже говорил, чтобы ты усаживался поудобнее. Про пельмени. Про пельмени не говорил. Пельмени наливай. Чай нахлобучивай и все, и погнали. Нахожусь на аккаунте игрока старый. Лям 223 тысячи силы, друзья. Это все достаточно жестко. Ну вот, 145 тысяч самоцветов. Вот, правда, не знаю, будем ли мы все эти самоцветы ролить или нет. Сейчас узнаем о, скажем так, нашем to-do-листе. Ну и перед этим, конечно же, прорекламирую гильдию под названием Абсолют. Принимаются игроки от 550 тысяч силы. Телеграмчик у вас на экранах, номерочек у вас на экранах, и в WhatsApp можете написать, и в Телеграме, и просто заходите, качаете силушку, проходите, и все у вас будет хорошо. Так, аккаунт, я так понимаю, бездонатный. Просто, знаешь, без доната лям 200 силы. Но при этом, да, вот посмотрите, видать, недавно начал играть или недавно начал донатить. То есть, ну, как бы далеко не максимум. Далеко не максимум задоначено самоцветов, но при этом аккаунт уделал меня на 1300 по силе, при том, что у меня в аккаунт вложено, да, за все время, что я играю, огромнейшее количество денег. Это показатель чего? Это показатель того, что произошла давным-давно в игре инфляция ресурсов, и как бы ты за небольшую сумму сейчас можешь очень быстро и грамотно, что самое главное, прокачаться. Тут у нас что? Ага, угу. Вот у нас что. Так, акции, я что-то сегодня просто не смотрел, может там парящий остров, нет, никакого коллекционера нету, подарки, сокровищница, настолка, а что, может настолки есть попытка, зайдем в настолку, подождите, я вам сейчас расскажу, что, зачем и почему. О, так, заходим, что у нас тут, сколько, какие герои-то нужны, ну, пепельная Матрона нужна, по сути двух героев не хватает, и... Подожди, пепель... А, механоид Альфа и пепельная Матрона. Интересно, девки пляшут? Да, пепельная Матрона. Все остальные герои есть. Хозяин аккаунта мне сказал так. Ну, роль пепельную Матрону, если выбьешь сразу, то роль до 100 тысяч самоцветов. Ну, то есть 100 тысяч. Ролить на 100 тысяч. Если не выбью, то ролить как бы на 140 тысяч. Вот, на все. Но единственное, что оставить 5 тысяч. Ну, честно, я не знаю, грубо говоря, смотри, если мы выбиваем пепельную Матрону, ну, а какой смысл дальше самоцветы тратить? Ну, давайте попробуем выбить. Вот, механоид Альфа мы не выбьем, кстати, я так на него обзоры не снял, уже скоро ждать, знаешь, следующее обновление. Вот, пишите, пожалуйста, в комментариях, Кэнди, сердцеедка, ну, не в комментариях вообще, ну, и в комментариях-то пишите, ну, это, может, я как-то просмотрел. Дайте на обзор механоид Альфа хоть поиграю, ёпта. Рыцарь тьмы, нам нужна пепельная Матрона для коллекции. Да, ребята, для коллекции. Для... Воу! Смерть Кэнди. Рыцарь тьмы. Не, ну, реально, если выбью сейчас пепельную Матрону, ледяной феникс. Ну, а какой смысл дальше-то самоцветы тратить? Не знаю. Так, череп. Оборотень. Оккультист. Слушай, падают редкие герои. У нас есть надежда на данную героиню. Капитан Дрейк. Призрачный всадник. Дракос. Хотя, с другой стороны, это, по сути, единственный недостающий герой, если не считать донатного, да? То есть, конечно, выбить ее будет невероятно сложно, даже несмотря на то количество самоцветов, которые у нас есть, казалось бы. Но, как бы, не знаю. Ну, с одной стороны, выбить ее трудно, с другой стороны, типа легко, потому что самоцветов много. Но мы все прекрасно знаем, каким местом, да, седалищным, к нам может повернуться старый добрый дядюшка рандом. Пока что пишем в комментариях: Матрона, приди. Вот, и надеемся, конечно, что получится выбить, потому что, ну, будет обидно, если не выбьется. Королева Гарпий. Но, как я понимаю, ну, насколько я из своей какой-то внутренней статистики вижу, да, то, что пепельную Матрону намного легче выбить, чем того же мастера рун. Вот мастер рун — это вообще
Воу, даже Космо выпал. Мастер Рун — это вообще Гарабл, да, там Гарабл, вот, как из мимасов. То есть, ну, шанс выпадения реально маленький. Пепельная Матрона падает почаще. Может быть, сейчас упадет, но редкие герои крутые падают. Тем не менее, мы потратили уже 45 тысяч самоцветов. Командора. Пока что, конечно, у нее даже намека нету. Пепельная Матрона, приди, ёперный ты театр. Подожди, там, наверное, еще и ништяков целая куча. Ёб твою. Ёб твою. Ну, хотя не так уж и много, как могло бы и быть. Ну, давайте будем тогда делать какие-то паузы в роллинге и часть этих ресурсов открывать. Ну, а почему? Почему бы и не да? Потому что, ребята, надо как-то там сбивать рандомчик. Может, знаешь, сейчас возьмем что-нибудь, пооткрываем, и нам возьмет и повезет. Да, мы на это надеемся. Кстати, нужно еще заставочку сделать, я думаю, да? Заставочку под видосиком. Вот будем делать с вами. Так, закрываем. Давайте этих 15 карт откроем. Отлично. Да, еще вот это откроем. Да, жаль, тут супер донатных карт нету, но оттуда вроде механоид альфа-то и не падает. Да, оттуда, в принципе, с этих акционных донатных карт никто не падает, кроме барда. Барда и оккультиста. Я, конечно, понимаю, что некоторым там и леса падает, и одно, второе, третье. Ой. Но, ребята, сами понимаете, какой просто милипусенький шанс на это. Просто вообще никакущий. Это вообще. Кстати, в комментариях напишите, вот, какую бы игру вы хотели увидеть стрим. Ну, сегодня, понятное дело, пройдет стрим по битве замков, но в целом, да. Я так понимаю, вам Тарков уже надоел. Ну, что, будем, значит, стримить какую-то другую игру. Так. Йоу. Остановить, закрыть. Так, давай еще вот эти карты откроем. Ух, героев, да, прибавилось на аккаунте. Повторок, к сожалению. Так, а теперь возвращаемся на роллинг. Я надеюсь, нам сейчас это поможет выпить нам сейчас ничего не поможет, потому что, ёпта, карантин, я не знаю, давай. У меня, конечно, маска будет просвечиваться. Подождите, я сейчас возьму, одену, ёпта. Как раз, знаешь, О, и об наушники, нормально. И под наушники, отлично. Правда, она из-за хромакея просвечивается, но что. Вот. Хайпуем, сегодня мы с тобой хайпуем. Ареса, так, и я вам обещал, да, заставку сделать. Слушай, классно. Тебе, короче, когда ты маску одеваешь, тебе как бы рожу корчить как дебилу не надо, потому что этого никто не видит. Давай. Люблю с вами делать заставки. Кто это? Смерть. Бигфут. Вот, наверное, там, когда... Вот, короче, все. Окей, нормально. Нормально. Ребята, все хорошо. Заставка. Заставка есть. Ясно. Заставка есть. Блять, а пепельной Матроны нету. Понимаешь, пепельной Матроны нету. И это печально. Блять, вот пипец. С одной стороны, я понимаю, что от меня ничего не зависит. С этой же стороны, я понимаю, что как бы рандом злой, да, типа... Как бы 140 тысяч самоцветов никаким образом тебе не дает гарантию того, что ты выбьешь себе нужного там недостающего героя. Но опять же, ты также понимаешь, что, сука, как мне аккаунт-то вернуть хозяину? Потому что это ж пипец. Это же вообще жесть полная. Ну, типа, если я не выбью. Космо уже какой раз падает? Бульдозер. Космо еще... Пепельная Матрона. Вот вместо Космо могла упасть Пепельная Матрона. Господи. Господи, у меня борода не вмещается. Ну, пожалуйста, ёпта. Ну, пожалуйста. Пожалуйста, Пепельная Матрона. Ну, мне так хочется аккаунт обратно отдать. Типа, вот, на, держи, дружище, я выбил. Миша уже который раз падает.
Нет, ну ладно, Миша, это понятно, говно падает, как по весне из-под снега. Но космо, космо вылетает, как будто это какой-то синий герой, знаешь. Королева Ос, вот мы ее сегодня не видели. Осталось 50 тысяч самоцветов, даже по сути меньше. Пепельная Матрона, ну приди, а. Пожалуйста, королева Гарпий. Надо пойти еще ништяки пооткрывать. Князь Тыква. Так, ваши подарки. 400, 400. О, дочка пришла. У тебя зависло? Иди ко мне сюда, потусим, а потом я тебя включу. Ну иди сюда. Тебе страшно? А если я маску сниму? Так не страшно? Ну тогда иди сюда. Ну иди сюда. Ну пожалуйста. Элина. Ну, Элина. Элина. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Не понимаю тебя. Иди сюда. Ну, посиди со мной чуть-чуть. Пожалуйста. Мама? Но если мама придет, уж точно нас не наругает. Иди сюда. Ты что дерешься? Так. Хватит меня бить уже. Ну а что, ребят, я один с ребенком остался, а видосы вам пилить надо. Да, Алина? Да. Хватит бить меня. Неудобно. Так неудобно? Хорошо. А как тебе удобно меня бить? Так удобно? Так, кнопочки не надо нажимать. Кнопочки не надо, а вдруг они кусят. Ам! Не пугай! Да я тебя не пугаю. Да прекрати меня пугать. Да не бей. Не бей. Люди на нас смотрят. Ты что, подумай, дочка Сашку князя избивает. Ты чего? Это ты чего? Ты прошу. Вот на такое насилие в семье, ребята. Это я куди семьи. Что ты? Это я куди семьи. Что ты в семье? Круче я в семье. Круче? Да. Ты самая крутая в семье? Да. А бить-то меня зачем? Ну ладно, ты крутая, избивать-то не надо. Нет, надо. Надо? А что я тебе плохого сделал? А просто так, ну правильно. Вот. А кто тебя драться научил? Ты. На свою голову. Я жалеть начинаю об этом, понимаешь? Потому что ты меня стала очень часто бить. Понятно? Да. Не бей меня. Я буду бить. Да не бей меня. Тебе что, папу не жалко? Папе больно. Мне так не больно. Ну тебе-то бить меня не больно, да. Давай подраемся. Кулаками? Да. Больно. Ау! А если у меня синяк будет? Ау! Прям по зубам, ты чё? Так, пытаемся выбить пепельную Матрону. Сердцеедка. Ну, у нас ничего не получается. Да. Короче, ладно, чтобы было понятнее, на твоем языке пытаемся выбить Эльзу. Да. Или Анну. Анну. Анну, окей. Ну, хотя бы Олафа. Я видела его на раскраске. На раскраске видела Олафа? Да. Вот, давайте я сейчас покажу. Сейчас я тебе покажу. Так, смотри-ка. Он даже белый.
Ну да, сейчас, секунду. Когда зима наступит, я тоже слеплю Олафа. Ты слепишь Олафа? Да, когда зима наступит. Но в этом году зима у нас не наступила. Во, похож на Олафа? Угу. Вот. Красивый, да? Да. Так, ладно, у нас остается 36 тысяч самоцветов, даже по сути меньше. Так, иди алтарь. Ну, что-то не выбивается. Скажи, пепельная Матрона, приди. Пепельная Матрона, приди. Что ты зависла? Он не зависла. Ты не зависла? Даже хладный призрак выпадает. Твою ж это... Что ж та, что такое? Что ж происходит-то аж? Леди Лео, давай. Пепельная Матрона, приди! Пепельная Матрона, приди! Варлок. Так, остается меньше 30 тысяч самоцветов. Надежд все меньше и меньше. Афина. Ну, это просто жесть. Ну, это сложно, но как бы хотелось бы все-таки выбить. Что всякие герои падали. Космо по 5 раз. Атлантикор. Стрелок даже упал. Студионистейн. Так, оставляем 5000 самоцветов. На нужды. Я хочу принцессы. Ну, подожди, ну видишь, не выпадает принцесса никакая. Может, сейчас выпадет? Да. А может, не выпадет? Едем на раскраске. А, у тебя на раскраске принцесса? У меня есть только на раскраске две принцессы. Да, так, ребят, последние 5000 самоцветов. Ну, пожалуйста, чудо, давай, случись чудо. Ниндзяс. Все, чудо не случилось. Мы не выбили Эльзу. Ну, пепельную Матрону. Печалька, да? Да. Ну давай Анну попробуем. Да уже все, закончились самоцветы. Ребятушки, не забываем вступать в гильдию Абсолют. Сами видите, что с рандомом. Это очень жестко. Я не знаю, ее вообще... Вот легче, знаете, ее здесь ее купить, чем походу выбить таким образом, чем просто донатить на самоцветы и пытаться ее выбить. Ну, это сложно. Но хотя есть, конечно, спортивный интерес. Но, к сожалению, от этого легче не становится. Не знаю, если вам понравился этот роллинг, что вряд ли, потому что выбить у нас не получилось. Не забываем лепить лайки. Спасибо старому за терпение и за то, что предоставил мне аккаунт. Извиняюсь, что у меня не получилось ничего выбить. Всем вам пожелаю огромнейшей удачи и всем пока, ребятушки. Да что ты бьешь-то меня? Смешно, да? Да. Ау!